вами канал Кометалец. Сегодня мы будем говорить о кукле Monster High Laguna Blue из серии Girls Night Out. Коробка такая же, как и у Петры. Она идентична. Тот же логотип этой серии. Ну, единственное отличие — это Laguna Blue и изображение мультяшной лагуны здесь. Сзади то же самое. Лагуна, Спектра и Рошель из этой серии во весь рост. И никаких больше надписей, кроме Monster High, герба и то, что Лагуна является дочерью морского монстра. Но самое интересное, что когда выходят коробки с куклами в других странах, иногда появляется надпись. Ну, на немецкой коробке этого нет. Теперь давайте ее откроем. Теперь давайте перейдем к обзору этой куколки. Я вообще небольшая поклонница лагуны, но эта лагуна меня покорила. Есть несколько лагун, которые мне действительно понравились, и это на первом месте, наверное. У нее шикарный наряд, шикарная прическа, макияж. Все просто действительно шикарное. Давайте снимем ее сумочку. И перейдем к обзору ее головы. Начнем мы с макияжа. Розовые тени, розовые губы. Сверху блесточки. Ничего, в принципе, особенного, но яркая такая девочка. А вот прическа у нее интересная. Ну, у Лагуны мы знаем, она в таких кудряшках, только длинные волосы. Все они собраны в хвост. Обычные ее голубые пряди. По бокам пряди взяты, завернуты в такой небольшой хвостик, а потом это все переходит в один большой хвост. И по бокам такие прядки закрученные. Очень красиво и очень идет. В ушах у нее сережки в виде дельфинчиков, а точнее акул. Да, это акулы, у них тут зубки. И выражение мордочки довольно-таки не очень доброжелательное. На шее у нее украшение в виде ракушек таких, цвета морской волны. Она одета в красивое платье трикотажное. Юбочка у нее такая внизу клешная. Очень красивая, коротенькая. Сделано оно шлейками, вот, шлейчиками. И принт на платье — это акулы малинового цвета и блестящие такие вот кружочки разные. Балерошка из блестящей голубой ткани со вставками вот, на ручках малинового цвета и также воротничок малинового цвета. На этих вставках мы видим вот такие, как заклепочки золотистые. Очень красиво. На ручках из такой же ткани, только малинового цвета, идут вот такие манжетики. Очень интересно придумано. В ручке мы можем видеть у нее что-то вроде планшета. У Спектра он был синего цвета, здесь цвета морской волны. А на талии у нее красуется вот такой интересный поясок малинового цвета. Пряжка в виде акулы серебристого цвета и везде вот такие вот вставочки по бокам. Я даже не знаю, как это назвать. Сам поясок в виде чешуи. Вот здесь тоже такая вставка. Перейдем к обуви. Она тоже довольно-таки интересная. Сама обувь — это ботильончики цвета морской волны. Здесь выбиты как бы водоросли, пузырьки. И все это как стягивается вот такими малиновыми стяжками в виде чешуи. И здесь ракушки. Интересная платформа вот такими зубцами. Ну, круглый носочек.
Очень интересно и стильно. Теперь давайте перейдем к ее аксессуарам. Ну, про планшет мы уже поговорили. Скажу, что с ней шла черная расческа, черная подставка, очень интересная сумка. Вот она открывается. Сумка черного цвета. На ней изображены выбиты водоросли. Закрывается сумка, вот такая часть ее белого цвета, на которой изображена черная рыбка. Она прям выбита. Вот на таком вот малиновой водоросли. И тут пузырьки. Вот такая интересная. Ремешок такой. Цвета морской волны. Сама сумка черная. Здесь выбиты тоже пузырьки, ракушки, но они не раскрашены, как здесь. Сумка очень мне понравилась. Так же, как и со спектрой, шла пудреница серебристого цвета в виде ракушки. Такой. Но с ней также шел еще один аксессуар. Это духи, интересно сделанные. Здесь как бы сидит акула на камне. Здесь ракушка, ну и как духи сделаны. Акула, правда, розового цвета. Переходим к ее книжечке. Книжечка ее цвета морской волны. Ghost Night Out, Laguna Blue. Открываем. На первой страничке изображение Рошель и лагуны. Кэтинар. Общая фотография тех кукол, которые вышли, 3, и 4, которые, я думаю, еще выйдут. Здесь лагуна с Кэти. Здесь сама Кэти. И вот так книжечка заканчивается. Вот такая интересная куколка. Всем советую, особенно для тех, кто очень любит лагуну. Я думаю, она вам понравится. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Кэмэт Алекс. До скорого!